прогуляли мы, Вань, прошлую беседу. Да. Но зато кто-то хорошо отдохнул, в отпуск съездил небольшой. Теперь надо наверстывать упущенное. Тем более, что снег с дождем сегодня. Да, ближайшую неделю. Погода нелетная. Позагорать в Петербурге на Петропавловской крепости больше не удастся. Можно начинать беседовать. Привет, друзья! Вы смотрите канал «Алга Петербург», Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем большой салем! И мы рады приветствовать вас на нашей беседе, где будем обсуждать очень интересные новости, которые мы подготовили для вас. Вань, начнем с самого такого приятного события, глобального, интересного. Это онлайн-концерт, первый онлайн-концерт на канале «Алга Петербург», который был посвящен творчеству Димаша. I'm sorry. Событие настолько красивое и яркое, что до сих пор его обсуждают и до сих пор смотрят. И, разумеется, это не может нас, Вань, с тобой не радовать. Да, это было очень круто. И вообще я заметил, что есть такой феномен. У Димаша Канатовича очень много поклонников, которые вокалисты. Вот. А как это происходит? Они же сначала чувствуют себя профессионалом, но как только прикасаются к творчеству Димаша, сразу становятся дерсами. И, соответственно, то, что вот у нас появилась возможность сделать онлайн-концерт, это только как раз благодаря феномену Димаша. То, что в нашем мире есть такие вот вокалисты, которые настоящие дерсы. А мне было тоже очень, конечно, приятно увидеть людей абсолютно с разных частей света, и которые действительно были объединены одной общей идеей, вот порадовать, исполнить, открыть свое сердце, душу. И, на мой взгляд, это получилось, потому что вот те комментарии, которые мы читали, а их очень много, спасибо большое за все комментарии, за лайки, кстати, Вань, 5000 лайков. Мы когда с тобой только собирались, ну, думали, мы с тобой мечтали, вот если бы набрал наш концерт 5000 лайков, а видишь, набрал. Ну, мы подумали, что если бы набрал, то мы бы сделали второй. И мы уже готовимся, правильно, Вань? Да, есть уникальные вокалисты, вообще супер. Конечно, первый онлайн-концерт, он самый лучший, но я вот боюсь, что нам, мы когда сделаем второй онлайн-концерт, нам захочется сделать третий, четвертый, пятый, и нам даже, мне кажется, я вот боюсь, да, что придется сделать рейтинг, и все мы будем голосовать за лучший кавер на песню Димаша в 2020 году. Я вот боюсь, опять для людей это будет очень сложный выбор, потому что мы знаем, конечно, что очень сложно выбрать, да, самую лучшую песню Димаша, а уж артистов, которые действительно отдают всего себя вот на сцене во время онлайн-трансляции. Это очень чувствуется и очень круто заряжает. Потому что я, если честно, был скептически настроен к онлайн-мероприятию, потому что, ну, как-то вот странно думаешь, ну, вот как вот эта энергетика будет проходить? А, Вань, вот цепляло исполнение наших артистов, и я понял, что у этого формата есть успех. Шансы на жизнь, да? Да. А я, знаю, что вот хотел бы сказать, что у нас был план, чтобы всегда кто-то был из Казахстана, с родины Димаша, чтобы кто-то выступал на наших концертах. И вот сейчас у нас не со всеми артистами есть прямая вот такая связь, и нам не хватает кого-то, кто бы мог сыграть на Домбре. Слушай. Может быть, да, может быть... Ну, было бы круто. Кинем клич среди друзей. Было бы круто, если бы, да, кто-то на Домбре исполнил бы кавер на песню Димаш. Друзья, я знаю, что у нас очень много друзей из Казахстана смотрят, поэтому если вы владеете этим музыкальным инструментом и сможете это даже заснять, то свяжитесь с нами, пожалуйста, по нашему номеру WhatsApp. Мы с удовольствием включим вас в будущий концерт, который мы планируем. Вот. Собственно, друзья, еще раз всем спасибо за комментарии, за лайки. Вот, и будем надеяться, что следующий онлайн-концерт получится не хуже. А я предлагаю перейти к еще одной важной новости, которую мы, Вань, с тобой оставили без как бы внимания. И многие нам даже писали, а что это вы не реагируете, что это вы не обращаете внимания. Дело в том, что наш уважаемый официальный фан-клуб, и не один, Димаша разместили, вы знаете, наверняка многие видели пост вот о том, что мы якобы
совершили... Развязали войну. Да, развязали между... войну между фандомом. Фанатами. Да, и почему-то мы оставили это как бы без внимания. Да, и писали, может быть, как-то, друзья, оправдаетесь, что там про вас пишут. Так а не за что же оправдываться. Я вот даже связался после того, как вышло видео, мы даже связались вот с СБ-19, там очень милая девушка, посмеялись с ней, ну, извинились, конечно. Поэтому, ну, мне кажется, что там нету ничего такого, за что мы сейчас должны, наверное, оправдываться. А самое главное, мы вовремя заметили эту ошибку. Опять-таки, спасибо большое друзьям, которые всегда, кстати, реагируют очень быстро. И мы очень часто, благодаря вашей как раз внимательности, очень быстро исправляем ошибки, которые допускаем в названиях, иногда в формулировках. Очень часто нам пишут про склонение, о том, что я до сих пор не умею пользоваться склонениями. Вот. Мне нравится, что, например, если какая-то ошибка происходит, то нам сразу приходит обратная связь, и даже в личные сообщения у нас есть номер WhatsApp, и нам часто приходит, ребята, вот здесь вот надо бы поправить. И это очень классно. Да. И поэтому мы действительно не видим смысла в оправданиях, потому что мы приняли меры, и все неудачные, некорректные сравнения, которые сделали, мы вырезали из тех видео, вы можете посмотреть, и поймете, что ничего страшного там такого нет. Но страшное, Вань, другое в том, что вот вытащив из контекста формулировку, фразу, наши доброжелатели вот, сделали действительно из этого международный скандал. Решили распространить. Да? Было бы интересно, если бы вот и другие ролики наши также такую же бы популярность получали среди вот этих организаций. А потому я что... скажу нашим друзьям, что их, между прочим, уже вот я посчитал, порядка 2000 роликов, Вань, мы сделали на тему Димаша. И в среднем эти ролики где-то длятся по 7-10 минут. Это сколько получается в минутах? Слушай, это вообще огромные числа, это же кошмар. Это нужно много времени, Вань, потратить. Да. И вот из этих минут нужно было внимательно смотреть. Ты представь, вот, сколько раз надо пересмотреть чтобы там найти слово, вычленить вот эти вещи, которые были так растиражированы, и на всю общественность их, пожалуйста, в массы выпустить. Да. Я считаю, что это немного непродуктивно, Вань, с точки зрения людей, которые занимаются продвижением творчества артиста, да, и называют себя официальной организацией, которые должны как бы заниматься несколько другими вещами. Вот. Поэтому для меня это, конечно, странно. Да, лучше творчеством, мне кажется, заняться. Но меня, знаешь, что радует, что вот у нас примерно 20, больше 20 проектов, которые мы вот придумывали, там и вот беседа есть, и блиц, и клипы, и разные передачи, и даже анекдоты. Вот. Анекдоты были очень хорошо. Помнишь, мы даже рубрику кулинарии с тобой делали? Да, да. Кулинария, ну, это одна из моих любимых передач. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем продолжить эту серию. Ну, мне нравится, что сейчас вот некоторые блогеры начинают брать эти примеры и тоже начинают творческую какую-то работу, и это очень приятно. Это принесет очень большую пользу, мне кажется, Димашу Канатовичу. Ты знаешь, вот мы с тобой действительно, когда все время, да, устраиваем какие-то совещания и думаем, как бы нам еще порадовать наших друзей, какой новый формат придумать, чтобы было интересно смотреть, да, и информацию. Многие из тех форматов, например, даже, которые у нас не прижились, обретает новую жизнь. Обретает новую жизнь, и это очень приятно, что люди вот пользуются вот благами вот совместных таких усилий. Да, вот если бы наши фан-клубы вместо того, чтобы посты делать, некоторые, да, не все, да, некоторые, или, например, в личные сообщения написали нам, что, ребята, вот у вас ошибочка тут, надо поправить. Вот это было бы круто. И я думаю, что вот надо нам, наверное, обратить на это внимание сегодня. Так на это самое интересное, что обратили внимание даже вот поклонники и фанаты других артистов написали, что, ребята, а что это у вас такая странная ситуация? Вроде и те, и другие называют себя дерсами, но почему одни дерсы начинают поклёп на других дерсов? Для нас это странно, потому что у нас как раз все, что мы делаем вместе, сообща, и именно поэтому добиваемся успехов. Ведь недаром вот уже какую неделю подряд, вот нам пока до первого места еще не дотянуться. Мы пока... Мы на второе потихонечку заходили. Я, кстати, изучил другие фан-клубы, других артистов, и я изучил, они все очень хорошо работают именно на YouTube. Они сообща работают,
приглашает разных людей, у них там такое большая большая коллаборация, все друг с другом сотрудничают как-то по-разному там, так и они вот у них такое получается совместное творчество, и все это вместе с их артистами любимыми, и это как такая настоящая волна, это очень круто. И за счет этого, наверное, и происходит такой рост большой. Да, не ругается, не конфликтует. Не, я не видел, чтобы кто-то с кем-то там выяснял отношения. Это, конечно, хороший пример. Мне тоже вообще стало интересно, если честно, тема вообще аналитики. Я тоже начал смотреть, как обстоят вообще дела у нас после вот ситуации этой. Как вот обстоят дела у нас среди наших фан-клубов на Ютубе. Почему на Ютубе? Потому что Ютуб — это мировая площадка, да, и там все меряются именно количеством просмотров, потому что от этого зависит успех и канала, и той темы, которую ты освещаешь. Чем больше людей смотрит, значит, тем больше людей в курсе. И я, конечно, немножко подрастроился, потому что мы сейчас берем только тему YouTube, мы не говорим ни про какие другие сети, друзья, и в основном каналы фан-клубов открыты где-то 2-3 года назад, и общее количество просмотров, Вань, я, конечно, могу ошибаться, но я промониторил где-то порядка 15-20 фан-клубов, называть не буду, чтобы никого не обижать, ну, 10 миллионов. Общее количество просмотров. Я не буду тебе говорить, сколько я видел вчера у BTS. Ваня, хорошо, давай не будем говорить про таких легенд, давай просто даже скажем про наш канал, потому что мы тоже, вы знаете, 2 года уже занимаемся освещением творчества Димаша, и вот совокупное количество просмотров 280 миллионов на нашем канале, на наших каналах, посвященных творчеству Димаша. И в связи с этим возникает... А нас-то всего трое, да? Вот мы втроем же работаем. И у нас в таком случае возникает вопрос, чем мы можем помочь? Почему? Потому что мы готовы помогать различным фан-клубам. Мы знаем, что и вы знаете, вы видели, что есть фан-клубы, которые сотрудничают с нами, и мы с удовольствием делаем хорошие передачи. И мы готовы помочь абсолютно любому фан-клубу, который проявит эту активность и желание сотрудничать вместе сообща. Потому что я до сих пор считаю, что только объединив усилия, можно действительно вот, добиться хороших результатов на Ютубе. Саша, мы не только должны сказать, что мы готовы, мы, я думаю, что мы должны друг другу помочь, вот, потому что от этого зависит общая цель, общий результат. Потому что я считаю, все-таки Димаш — это действительно та вот мировая личность, которая достойна иметь мощную фанатскую базу, которая действительно бы жила дружно и вместе делали такие вот мощные глобальные проекты и вместе выйти на другой уровень. Да, раз вот мы втроем, получается, 280 миллионов просмотров, да, сделали, значит, можно работать, и не обязательно, чтобы была большая команда, вот, поэтому мы с большой радостью будем помогать. Ну что, вроде все темы мы с тобой обсудили сегодня, давай по комментарию. Давай. Тереза Зоппи написала: «Алга мучачас», угадай откуда. Алга мучачас, ну смотри, наверное, из Аргентины. Как ты угадал, да? Ты видел. Ты, наверное, видел. В общем, ты представляешь, в Аргентине теперь говорят алга. Класс. Постепенно начинают в Аргентине изучать казахский язык. Теперь знают, да, что алга в переводе с казахского — это вперед. Да. А ты знаешь, чем похожи флаги Аргентины и Казахстана? Нет. Там солнце есть. Красиво. Граф Арсений написал: «Саша корейский, здравствуйте. Ты замечательный человек. Можно вас попросить передать Димашу привет от меня? Хочу с ним познакомиться. Я люблю его песни. Он просто подаренный людям от Бога человек. Буду рад». Уважаемый граф, от вашего имени передаю Димашу большой привет. Это были все новости и комментарии на сегодня. Спасибо, что были с нами. Пока. Всем пока!